данные про земельные участки украинцев на блокчейне. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины презентовало обновленный государственный земельный кадастр. Его работа основана на технологии блокчейн. Внедрение новых разработок стало возможным благодаря сотрудничеству Министерства, Государственного агентства по вопросам электронного управления, Международной антикоррупционной организации Transparency International Украина и технической поддержки компании Bitfury. Использование блокчейн дает дополнительную степень защищенности и сохранности информации о правах на землю. Директор Государственного агентства по вопросам электронного управления Александр Рыженко сказал: «Блокчейн – идеальный инструмент для обеспечения прозрачности и большего доверия населения. А наша техническая реализация – это общее видение лучших мировых экспертов и общества и полностью соответствует украинскому законодательству».